Добрый вечер. Добрый. Знаете, вы как-то, вспоминая свое знакомство с легендарным тренером Тарасовым, которому, кстати, 100 лет в этом году, сказали, что он был даже жестче, чем ваш отец. У вас папа был жесткий человек? Мой отец, да. Но он воспитывался во время войны. В это время всегда люди очень жестко, потому что время такое жесткое было. И поэтому и их, наверное, также воспитывали в таком дисциплине, в жестком условиях люди жили. Ну, так диктовали условия, наверное. Поэтому у меня, конечно, детство было очень сложное, тяжелое. Мы даже с братом хотели убежать из дома. Вот, потому что, ну, отец, он очень воспитывал нас в воинском таком напряжении. Почему? Потому что он хотел, чтобы я был летчиком. Ну, он был летчиком, поэтому, да, естественно, что он хотел, чтобы сыновья пошли. Он хотел только, чтобы вы были летчиками, а старшего брата он не видел. Он не рассматривал. Вот меня точно хотел, чтобы я был летчиком. Да я и сам хотел быть летчиком, потому что мы жили в доме, где одни летчики были на улице Кусинена. Вот. И каждый мечтал раньше космонавтом быть, летчиком. Вот. Но мама хотела, так как она играла в русский хоккей, она хотела, чтобы я хоккеистом был. Потом она хотела, чтобы я еще и музыкантом был. В общем, музицируя на чем? Нет, она фортепиано. Иногда модно было. А дома войны был у вас, да? Фортепиано было дома? Нет. Сказали, если меня в музыкальную школу возьмут, так что я так не хотел туда попасть. Вот. И сказали, модно было купить пианино. Пианино – это была роскошь. Это был элемент интеллигентности, это вот всех, знаете, вот 60-е годы, это все, пианино, это все, когда приходили, это было, как, знаете, символ достоинства, культуры. Вот. И почему-то его мама говорит, да, вот я хочу, чтобы ты играл. Я не очень не хотел. Она говорит, ну я тебе шоколад куплю, в музыкальную школу пойдем, может, я тебя запишу. Я говорю, за шоколадку готов. Я за сладкое мог. Все, я любил очень сладкое. Хотя я уже в хоккей начал заниматься. Вот. Ну я всю ночь учил в Ополе, Березонька стояла, в Ополе Кудрявая. Всю ночь. Пришел в музыкальную школу. Вот. Он говорит, ну кто хочет первый? Я говорю, я сразу. Ну, я спел. Он говорит, ну вот отойди мальчику влево. Я думаю, ну взяли. А на самом деле, кто влево, того медведь на ухо наступил. Слава богу, мне наступил. Забраковали. Я такой довольный был, но шоколадку получил. Это было дело.